Второй матч команд «Шурави» и «Ватан» был более напряженным. Спуску друг другу не давали ни ветераны войны в Афганистане, ни чиновники. «Вся жизнь прошла на стадионе «Динамо», — говорит Андрей Николаенко. Он играет под номером Валерия Харламова, 17-м. Дело в том, что Андрей пришел в футбол из хоккея с мячом. Спортом занимался всегда. Попинать мяч удавалось даже во время службы в Афганистане. Восьмая застава на Гордезе была, мы стояли. И там, ну, пару раз как-то сами просто собрались, мячик откуда-то взяли туда-сюда, и вот так вот там поле, ну, какое там поле, так вот между там горбом, говорить, там за дорогой нашли, поиграли там. Ну, раз-два, наверное, три, вот так, и все. А так, в основном-то, не до футбола было, там совсем другое. Сегодня за команду «Шурави» болеют те, кто тоже воевал. Среди них и сослуживцы Андрея из 103-й Витебской дивизии. С прошлым разом все горячее и горячее. Тут, вон, видите, какие болельщики у них. У нас, правда, нет, но он сильно поддерживает их. И чувствуется вот напор такой. Чуть-чуть, конечно, нам было тяжело, там более молодой состав был, но и у нас не было всех ребят. Сейчас вот игра довольно-таки упорная. Ты забил, что? Игра упорная, но вот, видите, пропустили. Но ничего страшного, будем надеяться, что мы отыграемся и выиграем все-таки эту игру. Матч проходит очень интересно, напряженно, но в тяжелейшей борьбе наша команда ведет со счетом 2-0. Удержать этот счет во втором тайме «Ватан» не смог. 2-2. Это нас диаспора поддержала, поэтому мы это самое сейчас сравнялись. Скажи что-нибудь на афганском языке. Вы же кричите по-афгански, «Шурави», это есть по-афгански? Да, наши молодцы, победили. Когда счет стал 2-0, немножко команда соперников чуть подумала, что она уже победила, подсела. Отдала инициативу нашей команде, и ребята воспользовались этим умело. Матч супер, нам очень понравилось. Мы, болельщики, заболели, естественно, за наших. По игре наши сильнее были, ну а так боевая ничья 2-2. Болельщики анализируют матчи и еще долго обсуждают опасные моменты, хотя и говорят, что результат не важен. Главное, что они в строю, на поле, с друзьями. Мы во дворе играем у себя, да, с 92-го года. Из первого состава 5 человек осталось. Это не просто футбол, это дружеское общение, это уже образ жизни. Поэтому, наверное, мы и любим футбол. Футбол любят и этнические афганцы. Сегодня за «Шурави» болел Маавен Малик Джан. Он с командой с момента ее основания. Сопровождал ребят даже на своей родине, когда «Шурави» играли с афганцами. Там мы поддерживали ветеранов Башкортостана. Почему? Потому что, поскольку я самый коренной житель Башкортостана, вот эта игра вот, закрепляет дружбу, налаживаем отношения, чтобы были хорошие связи, чтобы Россия и Афганистан дружили и работали. Дружбе помогает и спорт. Как говорят воины-интернационалисты, мы работаем в формате народной дипломатии. За 2 матча команды «Шурави» и «Ватан» из соперников, наверное, стали друзьями. Теперь они в одной большой команде. Но третий решающий матч все же состоится. Третий матч. Вот есть предварительно договоренность, что все-таки это будет на большом поле. Ориентировочно дата август месяц. Команды друг друга знают, интерес есть, болельщики появились. Даже кричалки вы слышали сегодня. Вот поэтому, я думаю, будет там гораздо интереснее. «Шурави, забивай!» Алина Таюпова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.